Силач Самсон. Несмотря на чудеса, милость и помощь Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа и делать неугодные Ему дела. За это они вновь попали в плен и 40 лет находились под властью филистимлян. Во время пленения Господь поставил над ними судью по имени Самсон. Это был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до его рождения Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ему волос, потому что он будет называться Назареем Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян. Сила Самсона была так велика, что он однажды растерзал, как козленка, встретившегося ему на дороге льва. В другой раз он убил в один день 1000 филистимлян ослиной челюстью. Он свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили убить его там. Они закрыли городские ворота и стали подстерегать его. Но в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские двери вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору.